Меня зовут Александр Мрыга. Я представляю «Стройгарант Анапы», и сегодня мы находимся в ЖК «Жемчужина», еще одном прекрасном жилом комплексе, построенном целиком и полностью этой строительной компанией. Мы находимся на окраине Анапы, и ты уже знаешь, что это один из самых солнечных городов нашей прекрасной России. И даже в ноябре здесь достаточно тепло, солнечно и ясное небо. Но ты на этом сайте не за этим. Ты пришел сюда для того, чтобы увидеть еще один сказочный дом от нашей компании. Ну, пойдем, я проведу тебя. Во-первых, нас встречает красивый забор в едином стиле архитектура всего участка. Огромные ворота для твоего автомобиля. Кстати, я тебе скажу заранее, что там есть место для двух автомобилей, твоего и твоей жены. Ну и, конечно же, замечательная калитка, через которую я приглашаю тебя в путешествие в еще один сказочный домик от «Стройгарант Анапа». Я думаю, ты уже видишь, как на твоем придомовом участке растут посаженные тобой растения, а ты ранним утром спускаешься в своем халате с чашечкой какао и встречаешься с соседями, которые живут слева и справа от тебя. Естественно, компания уже позаботилась абсолютно обо всем, о чем ты мог подумать. Это и септики, и подведение воды, и электричество. Здесь есть абсолютно все для того, чтобы просто зайти, открыть дверь и жить. Ну, пожалуй, тебе только понадобится диван. Кстати, если вдруг будет дождь, об этом мы тоже уже позаботились, ровно на 50 сантиметров подняли цоколь. Здесь ты, конечно же, можешь расположить либо чайный столик, либо огромный диван-качель, на который ты будешь ожидать своих друзей. Ты можешь обратить внимание на то, что все стены обработаны штукатуркой Баумит. Они не только классные по цвету, но и приятные на ощупь. Естественно, металлочерепица находится на крыше. Тебе не грозит никакой ливень. Ну и вот эта часть здания, наверное, одна из прекрасных. Это эркерные окна. Хотя давай лучше посмотрим на них изнутри. Итак, давай наслаждаться. Ну, начинается, естественно, все с двери. Огромная массивная железная дверь с двумя хорошими замками, которая защитит тебя за ней, прям как за каменной стеной. Если ты видел с той стороны, она темная, а с этой стороны светлая, чтобы сочетаться с твоей новой светлой прихожей. 4,2 квадратных метра. Здесь небольшой радиатор, чтобы поставить после сырой погоды ботинки. Естественно, тут же находится щиток. Очень удобно расположены выключатели, есть розетка. Проходим дальше. Из прихожей мы попадаем в коридор. Из коридора мы можем попасть в две почти одинаковых спальни, в сантехузел или в эту замечательную кухню, совмещенную с гостиной. Мне уже не терпится тебе про нее рассказать. Но давай обо всем по порядку. Две почти идентичных спальни. 11,7 и 12,7 квадратных метров. Высота потолков, как и во всем доме, 3 метра. Есть приточная вентиляция, есть розетки по периметру всей комнаты. Также есть специальные розетки для того, чтобы тебе качественно и без лишних проводов провести телевидение. Выключатель, радиатор, огромнейшее окно, из которого будет вид на внутреннюю часть дома. Комната, как ты видишь, поклеена обоями, в светлых тонах, есть ламинат. Все для того, чтобы красиво и комфортно жить. Пойдем посмотрим сантехузел. Огромный санузел, 5,8 квадратных метров. Также с натяжными потолками, естественно, все облицовано кафелем для того, чтобы было чисто и стерильно. Пол, кстати, с подогревом. Есть окно, и оно само собой рифленое для того, чтобы свет проникал, а изображения, к счастью, нет. Также есть небольшой радиатор, розетки по всему периметру, подведены все коммуникации и электричество. Ну, а мы продолжаем дальше, и сейчас ты увидишь еще кое-что интересное. Ну вот, дорогой друг, мы и добрались до туда, откуда начинали. Очаровательная спальня. 17 квадратных метров. Если честно, я бы установил перед этими эркерными окнами топчан, чтобы можно было лежать прямо здесь, почесывать кота, попивать какао. Но как сделаешь ты, это решение твое. Мы на всякий случай здесь сделали розетки слева и справа от твоей будущей кровати. Ни в коем случае не отдавай эту комнату детям.
она слишком хороша. Она специально для хозяев дома. Также под окнами эркерными расположены 3 радиатора, для того, чтобы всегда было тепло. И запомни, каждое утро тебя будет будить солнечный свет через эти огромные окна. Высота потолков также 3 метра, есть приточная вентиляция, но на всякий случай в углу мы разместили розетку для того, чтобы ты мог провести туда сплит-систему. Есть розетки во всех частях этой комнаты, в том числе и розетка под телевизор. Ну а мы пойдем дальше, я покажу тебе еще одну красавицу. Настроение такое, что хочется танцевать. Ты видишь эту красоту? Ты видишь то же самое, что вижу я? Это обалденная гостиная, совмещенная вместе с кухней. Уж как ты здесь поставишь мебель, дело, конечно, твое. Но мы разделили эти зоны таким образом, что видно, в той части, где ламинат, у тебя будет, скорее всего, стоять диван, большой стол, телевизор, все розетки мы уже подвели. Здесь же, в этой части, естественно, кухонный гарнитур. Здесь также есть огромный котел, подведены абсолютно все коммуникации, сделаны розетки под все, что ты только можешь себе позволить. Естественно, есть приточная вентиляция и сверху розетки также под сплит. Помимо того, что у тебя здесь огромный балкон, у тебя здесь есть еще окно, которое выходит на левую часть дома, ну и, само собой, дверь, которая позволит выйти тебе на террасу, огромную террасу, которую мы прямо сейчас и посмотрим. Именно в этой части дома есть выход на чердак. Сделали мы вот такую вот лестницу, она будет закреплена через некоторое время и будет вести на чердак. Это терраса. Терраса 21 квадратный метр. Здесь можно расположить и диваны, здесь можно расположить огромный стол, здесь можно встречать гостей, здесь можно поставить мангал, здесь можно делать все, что нужно делать летом по вечерам в своем южном загородном домике. Ну и помимо этого, террасу можно застеклить, и она будет теплой, даже когда ты будешь жить здесь зимой. Вот такой вот прекрасный дом. 90 квадратных метров, прекрасное место расположения, замечательная инфраструктура, она по совсем рядом, до моря фактически рукой подать. Если что, заезжай, есть еще несколько таких домов специально для тебя. Итак, друзья, огромное спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Меня зовут Александр Мурыга. Мы увидимся с вами в следующих роликах. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и подписывайтесь на этот канал. Я вам обещаю, впереди еще много интересного. Не только обзоры домов, но и полезные лайфхаки при строительстве. Также узнать полезную информацию про дома вы сможете по телефону 8 800 42 018, а посмотреть все наши типовые проекты сможете на сайте sga23.ru. До встречи в будущих роликах!